Вопросы чистоты и порядка были в центре внимания на общегородском совещании в администрации. Город необходимо мониторить каждый день, отметил Владимир Слепцов. Граффити закрасить, мусор убирать вовремя, железные скамейки на остановках по просьбе жителей поменять на деревянные. И все это к 1 ноября. До 1 ноября город должен блестеть, все подрядные организации работать как часы должны. Значит, день и ночь работайте и этому уделяйте внимание. От обыденного перешли к праздничному. На совещании обсудили, как будет оформлен город к Новому году. Как и в прошлом году, все украшения будут отвечать единому стилю. К 1 декабря химчане смогут почувствовать атмосферу волшебства. Украсят парки, по всему округу заработают новогодние ярмарки.